Столько машинок стоит. Такие красивые все. А, повреждения не взял. А чё в меня сразу? Ну попади ты, вертуханчик. Ёлочка. Блин, прости. Это что за немецкая пушка? Так, закоточил и добиваем, пожалуйста. Пожалуйста. А эта пушка, сквозь нее можно стрелять? Вот это выстрел с елки! Ты жесткий. Маленький, но жесткий. Так, тут что у нас? Привезли Т-67 и леопарда. А, он ваншот был. Ничего, я еще танкую. Ой, КВ-1. О, танкую. И что делать? ДПМить его? Я умру ведь так. Чуть не умер. Яу, чуть не умер. Сюда. Блин, плохая идея. Там у них арчер не светился и ПЦ. Если они вот тут стоят, то я тут выхвачу сейчас люлей. Су-100 там. Су-8, арчер. Окей. Осталась только одна ПТ-шка не найденная. Прикольный, кстати, шмальтурм. Попал, если в топ, да, раз в год. Прямо нагибаешь. Наверное, он с такой радостью высасывает у восьмерок. Такая красивая фигня. Церковь какая-то. Прямо вот заглядишься иной раз. Привет, пупсик. Как сам? Ну куда? Ну зачем? Ну? Ну пожалуйста, полети в плоскую область. Пожалуйста. Ну я должен был его убивать, ну что за фигня? Вообще. Где ПЦ СФЛ? Сельпс ваблафет. Т. Вроде. Оба, я тебя вижу. Пфф. Такой матрас, смотри, бабушкин, просто завернут в дирижабль. Где же у них-то ПТ-шка последняя? Тут что ли стоит? Лол, она, видимо, на этом, на К0. Хрена она там стоит, весь бой. Так, тут могу попробовать прострелить. А вон и фугасиками. Сколько я пробиваю фугасиками? 38. Мне же там очень мало брони-то вроде как. И могу ее прямо с двух плюх альфануть. Хотя подожди. А я из таких могу... Хотя нет, у нее 236. Может альфа не пройти. Короче, фугасы говно. И так я с двух плюх убиваю. Лишь бы успеть. Она никуда не поехала. Она взяла мотыля и обошла на реку. А она любит рыбалку.
Ну ладно. Умер с войносом хотя бы, а не с 5 фрагами. Не позорно. Не позорно. Принимая во внимание как-то количество боев, сыгранных на танке, прямо, ну, вообще мало. А есть такой же у меня успех? На Тетрархе был такой же успех. На Вальке это 28, а 43. И вот на этом вот еще. На этих каках. С одного боя. Красиво. Приятно. Враг обнаружен.